И в продолжении темы. С 1 сентября этого года российских учеников ждет нововведение. В школах разрешено семейное и самостоятельное образование. Министерство просвещения утвердило новый порядок, согласно которому те, кто выбрал семейное или самообразование, могут проходить аттестации в аккредитованных школах экстерном. В этом случае ребенок будет зачислен в школу на текущий учебный год или только на период сдачи соответствующей аттестации. В документе обозначено, что ученик может в любой момент вернуться в школу, выбрать другой формат обучения или сочетать разные, если это необходимо. Раньше говорилось лишь о том, что дети, которые получают образование дома, вправе пройти промежуточную и итоговую аттестацию в школе.